Добрый день, друзья, подписчики, гости моего канала, канала «Агроземледелие» с вами. Сейчас вот я вышел на огород, убираю огород свой, готовлю под пахоту. Вот такой вот песочек завез, куча навоза. У меня еще растут вот такие вот помидорчики. Сорт «Санька» цветет. Гляньте, какие такие экземплярчики есть, классные. Ничего. Дня 4 еще подождут и будем их убирать. Так. А показываю я вам, что. Убираем наши кормовые бурячки. Вот в таком они состоянии. Сейчас уже одну тележку привезли, тонны полторы. Ну, тут еще будут. Ну, больше тонны однозначно. Хорошие экземплярчики. Сейчас он даже Андрюха с мамой рвут, а я вот так вот посылаю. Вот так вот. Хорошие бурячки есть. Сейчас я вам покажу. Такие экземплярчики есть, килограмм до 20. Ну, этот маленький. Потом нацеплю ковш и вот этот навоз конский тоже растяну. И буду пахать, друзья, буду пахать этот огород. Сразу вам скажу, эксперимент хочу провести двумя тракторами, ИТ-40 и МТЗ. Вот эта вот корова здесь паслась, суданка. Корова хорошо так забила после дождя. И посмотрим, кто как оно будет пахать. Все, друзья. Работаем. Ну вот, вот такой прицепчик мы набахали. Ну и осталось еще на прицепчик. Экземплярчики попадаются. Посмотрите, вот моя рука. Вот, раз, два, еще. Вот такой экземплярчик хороший. Мало таких, но попадается. Так, ну все. Давай, вот еще один. О, экземплярчик. Вот такой. Вот такие они. Ну все, поехали мы. Сейчас почистим. А это уже на завтра останется плантации. Еще тележка будет. Ну вот, как-то так.